Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Алло, я тебе сейчас клацну, Антон. Не надо, у меня запорожец. Блядь. Ну шо, гоу, погнали. Сейчас. Обалдеть. Так, и что мне надо делать? Следуйте к метке. Так, застегнулся. Завелся. А, скорую закрывать. Он, короче, нельзя. понял, Как мне заходишь мигалку сюда. врубить? Какую мигалку? H нажимаешь. Зажми H. Зажал, ничего. Короче, видишь, тебе дается этот. Чувак, я уже еду. А, ты видишь? Я уже спасатель Малибу. По По ночам ночам песок песок кидать. топчу. Туда-сюда песок. Братан, 5-7 минут по городу скоро должны ехать в норме. Я проеду за 4-6. Я такая скорая медицинская на помощь. Выучился на медика, еще и работаешь этим же. Пошел бы лучше мусор развозил. Че, ментов катать? Мигалки не включаются. Как мигалки включить? Аж зажми, я же сказал. Чувак, аж зажать. Она просто сигналит до усрачки и все. Не знаю, у меня нормально. Или Джей, подожди. А, один раз легенько быстро нажми. Что? Аж. А не держи. Да, сраки кари очи. Да вот я ж только что. Братан, тут чувак лежит. Ну правильно. Что выходишь мне с надо машины, делать? подходишь к нему. Подойдите к пациенту. Выходи с машины, братан. Подходи. Я тебе сейчас сделаю дефибрилляцию. Что? Ну, я подошел. А, господи. Качай, господи. Качай, качай. Чувак, помогай мне. Давай, 30 нажатий, 2 вдоха. Мешок амбу, сука, возьми. Фух. Моя первая спасенная жизнь на сегодня. Теперь в больничку возвращайся. Ну почему у меня нет сигналов? Потому что ты олень. Ну а потому что серьезно, я понимаю, ну а вообще... Да. Чинанда. Я вообще водитель скорой, понял? Как и ты. Бля, я только что пациента переехал, Антон. Значит, болеет не только пациент. Слышишь, подожди, я ему сделал этот. Сердечно-легочную реанимацию, я его уже должен еще в своей карете везти в больницу. А ты в какой одежде, в красной? Я нет. В серой, как красавчик. И спринтер у меня, можно на море людей возить. Здоровый, Вася, зеленый. Здорово. Ну, пациент оставлен в больнице, ожидайте следующего вызова. На карту смотри пока сейчас. Слушай, ты меня вообще за тупого держишь. Да. Сейчас я тебя обидел, нет? По жизни или так? Нет, ну по жизни. О, Тосик. Алло, это я вот. Та мимо тебя проехал. Стой рядом, надо скриншот красивый гэпнуть быстро. Стой, говорю. Понятно, придурок, отъедь. Alt. F1. Вообще по-красивому. Все, можешь ехать. У меня этот... У бабушки инсульт. У меня у бабушки инсульт. 20 кубиков эпинефрина. Направляй на КТ, МРТ, СКТ. На биопсию поджелудочной. Ты что, ты задротина именно, Антон? Я всех спасу. Да ладно. Тебя вообще без очереди? Не, спасибо. Я к тебе больше не приду. Значит, а там-то у нас пац внизу. Окей, вообще не вопрос. Я ж могу по всем сигналам запрещающим, да, типа? Это норм. Да, да, можешь лететь вообще. Только не по радарам, Антон. Радары снимают с тебя штраф. А, тоже? Да. Радар. 200. Ну подумаешь, я 128 ехал. Я не понял, эй, слизит.
Сколько ты заплатил? 100 баксов? Минус 30 долларов у меня. Так тут чувак кончается, я не понял. Окей, почему я не могу выйти? А, я вышел, подойти к пациенту. Угу. Чувак, я тебя спасу. Какие ты классные кроссы. Чтоб ты понимал, я парапетик. Знаешь, кто это такие? Ты пара Антончика. Это люди, какие спасают жизнь. Таким, как ты. Да, они. Значит, вот я, прям я. Парамедика, чего добился ты? Я точно такой же пацан. Ты в красной робе. А я в серой. Я парамедик написано. Я тоже парапетик. Я привожу пациентов на парапетик. Каких парапетик? Ну, парапетик. Так, Максимка, я в Южном округе. Поздравляю. Отлично. Мои поздравления. Я принял вызов. В общем, вызов в мэрию 20-е столетие. Он был величайшим парамедиком всей вселенной. Это ты сейчас про кого? Люк, я твой отец. Опа, я 135 долларов заработал. Ну, ты именно... Красавчик. Ты что, обобрал пациента? Не, я просто пошел, отдал машину и забрал денежку. В смысле? Потому что эта игра непредсказуемая, может взять и выкинуть тебя. Меня не выкинет. Да-да. Да-да. Тебя тоже. Я сейчас перед тем, как отвезти пациента в больничку. Он у меня под капельницей, все хорошо уже. Да ладно. Я просто сделал скриншот. Ты честно? Я серьезно, а ты что, своих не подключаешь под капельницу? Как ты вообще парамедиком стал? Радар? Я не знаю, что это такое. Естественно. Минус 60, вообще врачам не помеха. У меня такая большая зарплата, что я могу купить хоть целый автопарк таких машин с Красным Христом. О, загорелось. Прикольно, братан, я свечусь. Блин, а ну запорожец со мной грызается, Антон. А ну расступились. Нормально. Что говоришь? Молодец, Джора, а прикинь, мне тут печеньки оставили. А мне только что, ты представляешь? Святейшему что? Человеку. Торпедист Мопедишин. Ехал в лоб, в лоб. Теперь я везу два пациента в больничку, еще мопед на ТО. Два под ключичкой, тому в бензобак загнал. Доступа другого не было. Представляешь? Антон, ты не представляешь, где твой запорожец? Я не представляю. В смысле? Тому. Где каких цветов? Columbia Pictures, в смысле, ого. 70 цветы. Цветы продаются отдельно. А какие же цветы любишь? А, 70 цветов. Максим, я записываю. Мне надо про твои цветы или что? Ты можешь потом поговорить? Так, алло. Алло. По-моему, между нами это уже был пройденный этап. Так, я тебя сейчас сломаю. Разговоров на фоне. У меня пациент умирает, ты мне про свои цветы базаришь. Подумаешь, только... у тебя пациент умер. Ты можешь только про неживые тогда поговорить, если он у меня умрет. Разбазарился. С тебя парамедик, как с меня пожарник. Ой, да-да.
Ты мне без да-да тут, понял? Нет. И не нарушай дисциплину, бо я не пристегнутый. Могу и сорваться. Ты что, ты ампа? Очень горячая линия. Звонок платный, блядь. Я только дочитался. А ты где? В каком ты округе? Где-то здесь. Нет, ты ездишь еще? Нет, я стою на машине вот возле тебя. Пошли одни на работу, блядь. Так не, причем здесь? Я ж не на этой работе работаю. Здрасте, приехали. Ты ж на скорой был. Так, то я просто взял попробовать. А где ты? У меня... Не, я просто сейчас просто сижу, ничего не делаю. Где ты? Я не вижу даже твои силуэты. Ну вот, вот я здесь. Я пожарил котлеты, я не наблюдаю тебя в ночи, не молчи. Я увидел, почувствовал, молодец. Это ты только что, да, был? Да. Молодец. Тосик почухал себя за носик. Что? Что это там за перекати поле сзади? Это нелепый случай вандализма на дорогах среди медработников. Жора, так а что ты? Я на вызов. Поскольку снимаешь видосик? Минут. Поскольку минут видосик снимаешь? Да что такое? Спрашиваю. Ты хочешь закончить? Не получится. Я сейчас. Ты не сейчас, ты потом. Да, ты не понял, спрашиваю просто. Да я что знаю, ну по 30 минут, по часу. Стой. Мне надо реанимировать. Раз, два, Жора. Три. Вдох-выдох, поехали. Жора, у тебя есть пистолет? Есть. Неси. Уже. Ты в пути? Да. С мигалкой я опять сбил этого торпедиста мопедышина. Мигалка, мигведёшь, не пистолет? Да. Ну, чтоб быстрее было тут. Ладно, короче, пойду работать дальше. Так, а кем? Дальнобойщиком? Нет. Да, я ж, короче, ты не поверишь, больно, но работа мусоровозчика оплачивается больше. Ничего подобного. Я тебе отвечаю. Я понятия не имею, сколько моя даже будет оплачиваться. А ты... Понимал. Не знаю. Чувак, у меня вызов, не отвлекай меня. Я могу не там остановиться, погибнут люди. Да? Угу. Просто спринтер не управляем в моих руках. Надо починить машину, а то без... Ты проверял свой этот Запорожец сделал? Нет, я уверен, он в надежных руках. Тебе так кажется. Пацан, тут сколько людей болеющих в этом городе? Что, я прям с ума схожу. Ого! Ну высыпал. Хорошо, нет так. Он трусится, ему холодно, я даже покрывала в машине не имею. Он с тобой разговаривает? В натуре. Он говорит, пацан, не хай-ха еще. Ну так, прям серьезно говорит. Представляешь? А я еду, а я еду и плачу. Я понял. Как ты, Жора, я на вызов. На мусоровозе? Нет, на скорой. Чё? На мусоровозе классно, там вдвоем можно, понял, работать. Это единственная работа, где можно вдвоем. Ага. Только тебе надо уровень, понял? А где мой левел ап? Как его? Четвертый. Там каждые 5 часов один уровень. А, да. Все, я понял. Так а ты что, тоже на скорой сейчас, чади? Да, сейчас на скорой. Решил заработать себе на этот, на бензин. Так а по сколько вообще на скорой платят, я не могу понять. Я не знаю, там каждый вызов как-то по-разному. 45 баксов там. Алло. Так в смысле? Короче, ты представляешь? Хохма. Еду я на скорой. А мне столб такой под меня прыгает и говорит, братан, неплохо. Дай уколоться. Я говорю,
Я высокооплачиваемый парамедик. Я могу ездить только по фонтанам. По фонтану. Да, вот у меня пацаны поехали. Не, я не понял, алло. Ты что, хочешь у меня пациента забрать? В смысле? Ты черный? Ого. Все. Ты представляешь, что там, как... Что там происходит? Представляешь, как братану подфартило? К нему Да. на вызов сразу три кареты скорой помощи приехали. Да ты шо? В натуре. Вот это вы скинулись там. Ну, забрал его я. Да? Потому что... Тебе так кажется, он не пропадает. Потому что я парамедик. Парамедик. Блять. Ну я понял, надо быть водителем мусоровоза тогда. Ну это надо нормально отыграть. Ты Третий полезешь. уровень тебе. Ты полезешь в бачок, а я тебя катать буду. Не, ну там прикольно на самом деле. Я уже играл, просто мне больше понравилось, чем медиком. С медиком просто зарабатываешь меньше, там за одну машину ты зарабатываешь 1800, понял? Да, у меня трабл с мигалками. Так ты ж был с включенными Был, мигалками. потом выключил, сейчас включить не могу. Так точно так же. Что такое? Да оно ж бесит, ты что, я не знаю, я поездил один раз с такими мигалками. Звук этот. Я поездил несколько раз, мне понравилось. Молодец. Такое Молодец. ощущение, что это медик по призванию, блядь. Не. Я тебе так скажу, стоматолог из тебя хуёвый, блядь. Ну, Как сказать-то? таким меня любят. И тебе придется. Я думаю, Антон, таких не любят. Я тоже знаю, что такие, как ты, долго не разговаривают. Это как вариант, да. Не, ну, имеет место быть, Ну, как потому говорится. что, конечно. Господи, твоя воля, мне надо ехать за город. На волю? Блин, Анчиотику. Катя, не пользуйся этой херней вонючей, блядь, спиртягой так таращит. Лучше бы выпила, честное слово. Так, алле. Ты понимаешь, что я долго еду, и у меня тариф увеличивается? Мысли, то ж я пью спиртягу. Жора, она мне спирт запрещает пить. Чистый. Правильно. Ей больше будет. Правильно. Говорит, правильно, ей больше будет. А я не понял, а что там еще один парамедик делает? Мы не можем быть вдвоем на одной этой тропе. О, бабете пахану. Отстегнул, дверь открыл. Подошел, навернул, бабло сбрил. Красавы. Вот это ты стих зачитал тоже. Доставить а? пациента в больницу. Ну да. Бабки давай. Сейчас доставим пациента в больницу. Сейчас Он его... тебе заплатил уже? М? Он тебе заплатил уже? Да у меня минус 30 долларов как было в кошельке, так и осталось. У меня нет денег. Да я не с тобой разговариваю, я с Антоном. А чё мне с тобой разговаривать? Я не с тобой разговариваю, я разговариваю с Антоном. Антон, о чем мне с тобой разговаривать? Ну я не с тобой разговариваю, я с Слышишь, короче, Антоном. сейчас отвезешь этого пациента, спускайся там, где ты машину оставлял. Не сюда, там, где ты устраивался на работу в эту хуйню. Заберешь ЗП-шечку. И что будет? ЗП заберешь свою. Запорожец? Да. Дай нахуй тебе тот Запорожец. Я у тебя переспрашиваю, отвечай мне внятно. Нет, ого, 90 долларов. 90 долларов я заработал. Короче, один пациент 45 баксов, понял? Закалю капельницей. Я штук 6. Ну вот умножь на 45. Умножь, калькулятор под рукой. Нет, спасибо, я не умею вообще. Я букву не понимаю, я не умею в калькуляторе букву не Да знаю. Ты и трезвый не понимаешь. Зашутил, говорит, я бухой не понимаю.
А я не понимаю, как моя машина перекинулась, и я на ходу чуть пациента не выронил. А Вообще нет. знаешь чего? Знаешь чего? А. Бо. Ликвид Я так, Медика я Бо. почему-то я так и думал. Да. Он мне доверился. Ну ты что, ты мозаика меня подрезала. Ну что, ты едешь забирать? Ну да. Ай. Ну, и что теперь сделать? М? А где ты? Ну вот возле зэпора стою. Какой за проблем? Да, блядь, подъедь сюда направо. И что? Вот я стою. Выходи из машины. Триста Сколько денег? тридцать $330. Хорош.